Сегодня я попробую записывать свой новый блог. Я устроился на работу в гостиницу. Гостиница шикарная, но требует ухода за ней. И значит, я не знаю, может это в данный кусок видео войдет в какой-то другой подраздел. Но в данный момент я сейчас, значит, заметаю, убираю заброшенный участок. Заброшенную часть гостиницы. Вот здесь церквушка такая была. Работаем, в принципе, все мы механимами, то есть электроинструментами, то есть обдувалки, пылесосы, практически ничего не метем. Метем только в некоторых случаях, где вот нельзя так выдуть, например. Вот, а потом по сторонам, куда мы все обдуваем, идет специальный пылесос, собирает это все в мешок. Вот такие вот комнатки. Один из блоков гостиницы. Установили кондиционеры, удобства. Двери, правда, закрыты, но где-то я тут видел, один номер был открыт. Правда, сейчас там будет, наверное, скорее всего, темно, потому что вот открытая дверь. Сейчас мы к ней зайдем. И мы увидим такой номер. В коврах. Кровати здесь нету. Такой тумбочка такая, такой этот самый. Ну видимо, что его вот как бы строят. Потому что смотрите, занавесь какая белая-белая. Если бы она тут висела давно, она бы не была такой белой. Вот, мебель тоже, шкафчики новые. Плиточка новая. Покрасочка свежая. Как бы. Вот. Шкаф. Тут даже телефон есть. Свет включить я не смогу, потому что его тут нету. Ванная, плитка шикарная. Ванна душевая. Здесь вот душевая. Значит, там душик. Вот. Вода проверим. Вода есть в кране? О, вода есть в кране. Такой вот номер. И таких здесь номеров тьма тьмущая. Еще столько номеров есть, которых заброшенных, на которые я еще не попал. Что-то труба. Там столько, такие лабиринты. Тут еще через дорогу вон то вот. Это, я так понял, когда-то там жил персонал, потому что там тоже, тут актовые залы, тут какие-то церковь вот, какие-то вообще тут, короче, она в свое время, когда была ухоженная, и это самое, она тут конкретно, такую гостиницу надо было еще поискать, бассейн огромный. Вот, а я пока вот заметаю, там на кухне, значит, готовится продукция, потому что 180 человек ждем, разместить всех сможем, потому что номеров 500, наверное, с лишним. Вот комнат. Так что работающих, а не работающих еще, наверное, штук с 200. Так, ну и все. Пока на этом все. Буду записывать по мере возможности. Вот, ладненько, давайте. И на этом все. Отработал я в гостинице всего лишь 4 дня. Мне не понравилось, так как там все происходит. Значит, рабочий график у нас был с 9 до 3. Потом у нас и в 5 часов нам надо было обратно выходить на работу с 5 до 9 вечера. Работа заключалась в чистке территории. Всего лишь нас было там 2 человека на огромную территорию. Мы, конечно, уставали по-черному. Сразу перейду к зарплате. Зарплату обещали 600 евро в месяц. Это очень маленькая зарплата. Также были ненормированные рабочие дни. Это когда, например, приезжала группа там каких-то волейболистов или футболистов на 300-400 человек. Нам надо было и накрывать на столы, нам надо было и готовить на кухне, нам надо было и
убирать номера. Также так в тот день, когда были такие посещения, приходилось работать целую ночь до 4 утра и потом обратно с 9 выходить на работу. Практически на отдых не было уделено достаточно времени. Плюс по зарплате я уже сказал. Еще мне не понравилось то, что очень страшная кухня, не соблюдаются все нормы чистоты, гигиены. По кухне бегают тараканы. Открываешь холодильники, там на продуктах сидят тараканы. Когда мы варили макароны, один из директоров гостиницы немножко уронил пол кастрюли макаронов на плитку, на землю, взял совком обычным и закинул обратно в кастрюлю, и мы эту еду подавали на столы. Сейчас вы видите комнату, где меня поселили. Я здесь жил один, но должны были меня переселить к еще одному человеку, он тоже жил один, чтобы не занимать комнату. Нас должны были поселить вдвоем, но до этого не дошло. Я уволился оттуда и сказал: нет, мне такой работы, к сожалению, не надо. Я лучше вернусь обратно в свой городок, буду себе заниматься своей работой покраски, ремонт домов, помещений, буду получать своих 30 евро, отработаю 8 часов, и целый вечер у меня свободен. Тем более лето, охота сходить и на пляж, покупаться, где-то сходить в кафе посидеть с друзьями, знакомыми. Вот. А там практически я не мог, у меня не хватало времени даже сходить в магазин, что-то себе купить, какой-то там шампунь или еще что-то. И вот, так что работа в гостиницах в Греции довольно очень сложно и тяжело.